По данным объединенной программы ООН по ВИЧ, СПИД, всего насчитывается около 36,9 миллиона живущих с ВИЧ людей. При этом 75% из них знают о своем положительном статусе, остальные же не подозревают о нем. Кроме проблем медицинских и психологических, это заболевание нередко приводит к дискриминации на работе, обостряет социальную напряженность. Борьба с дискриминацией – важное условие достойного труда, а усилия в этом направлении дают результаты и за пределами сферы производства. Инспекторы Государственной инспекции труда Московской области в течение этой недели будут проводить консультации и профилактическую работу, предоставлять предприятиям и работникам необходимую методическую помощь при разработке и реализации эффективных мер на рабочих местах. Взаимодействуя с работодателями и самими работниками, а также их представителями, инспекторы могут содействовать разработке и мониторингу мер политики и программ по вопросам ВИЧ-СПИДа и охраны труда, что поможет предотвратить новые случаи заражения и искоренить связанную с ВИЧ-дискриминацию.